сегодня, видимо, или какой-то концерт здесь, или какое-то мероприятие. Народ вот подходит. Афиши висят. Леонтьев. Спектакль «Папа». Ветров Геннадий. Что тут еще? Для истории афиши поснимаем, что было. Вот тут старые афиши. Старые и новые афиши. Здесь коттеджи стоят. Что-то, видимо, ремонт, крышу делают вот на этом коттедже. Что-то солнце к вечеру скрывается. О, какая тачка там стоит. Желтенькая, интересная тачка. Дворами. Это сосна интересно. Что здесь за адрес? Здесь что-то закрыто. Туда я не пойду. Станиковича 56. А что здесь находится? Там табличка висит синенькая, но я не вижу. Так. Я не знаю, здесь закрыто. Здесь закрыто чего-то. А, здесь, наверное, или школа, или чего. Не знаю. В общем, придется идти другой дорогой. Проход есть. Станиковича 54Г. Что здесь? Непонятно, какое-то учреждение. Вот это. Что там, я не знаю. Там детский сад, видимо. Да, наверное, это детский сад. Здесь.
Это какие-то территории с заборами. Здесь что? Вон там яхт-клуб 7 футов. Яхты там вдалеке в море. Здесь лестница вниз. Пойдем спустимся вниз. Что-то какие-то водоросли тут в воде. Что ты падаешь? Летом здесь играют в волейбол на этой площадке. Море. Море, море. А сейчас здесь песочница. Большая песочница. Мамаши с детишками там в песке играют.
там играют в баскетбол. Было вообще очень классно, пацаны жарились сосиски. Что-то там на стадионе происходит, футбол играют. Тренировки у детишек проходят. Раньше здесь по периметру был сетчатый забор. Сейчас его убрали. Стало лучше. Бегают, гуляют.
озвучила, которые я знаю. Вон там стоит яхта миллиардера, если я не ошибаюсь. Здесь какие-то яхты стоят. Детишки, мелкие пацаны, футбол тренируются.